Так, ну что, ребятки, мы продолжаем играть. Сегодня у нас очень такая серия эпичная будет. 4 бравых человека в Кевларе. Пойдем взрывать, лутать. Ну, будем отжигать, как говорится. Да, всем здравствуйте, пойдем. Мы идем мстить. Мы идем мстить черному властелину. Да, пойдемте. Так, закрыть надо. Все. Вот это мне нравится. Прощай, да, пойдем. Мы идем на битву не на жизнь, а на смерть. На горе там толпа была какая-то. Так, да, там справа было 4 человека, но как раз таки они, наверное, сюда и забегали. Они там на горе ночью были. Мы их там видели, что там тусовались. Может, у них там домик, они там живут, я не знаю. Я видел, они голые бежали туда. Там было еще двое бронированных. Они одеты потом были. Может, они что-то хотя бы свалили, чтобы к нам домой заехать? Было бы вполне логично. Да, толку-то. Последний будет, смысл лутать-то. Да я не думаю, что там у них есть 4 или еще что-то. Они реально голые были просто. Ну, там, допустим, в Кевларе, там очень тяжело ее сделать, это 4. Так что ничего и не сделают. Так, пойдемте. Ну, побежали. Они дружные строя толпой. Там Так, это кто? Это ты вперед убежал? Да. Ну, блин. Так, все. Ну, я не знаю, просто как тут черный. Парни, а то он с нами бегает, я даже не знаю. Админ, телепорт, они мне, блин, лол. Так, ладно. А чего Ника у человека нет на голове? Почему? А я хотел почитать Ника, вот там не пишется. А, подожди, Ника. Ну-ка. А, да, у меня нету Ника. Подожди, а он реально без Ника. А как у тебя Ник? Почему у тебя Ник не видно? У меня на русском ник написан. А, понятно. Так может это черный пластилин? А ты случайно не черный пластилин? Да, это говорит. Ты не черный пластилин? Нет. Ну блин, логично, что он скажет нет, конечно. Нам нужен детектор лжи тут какой-нибудь. Это эпично будет серия, да, если. Да, если в конце один из нас окажется предатель, я как будто снова в GTA-шке оказался. Так, ладно. Слушай, может этот домик взорвать? Вот первую дороги, который. Первую дороги? Ну да, вот какой-то. Давай попробуем. Да он взорванный же, там все облутано. А, там облутано же, блядь. Там уж нечего делать. Тем более, зачем? Нужно внести свое правосудие. Святое так, правосудие. Ну что, ты тоже команду говори, как мы обходим, потому так, что я командовать не очень. Я не знаю, как командовать. Вон голый стоит, например. Надо к скалам подойти. Надо, наверное, подойти к скалам, блядь, кинуть им гранаты, заминировать и врываться. Что-то говорят, ребята, я не слышу. Я не слышу тоже, что они говорят. Так, ХЗ-4 в Кевларе. О, про нас говорят. Это Рамс, ну-ка что? Там кто-то кому-то ломает дом. King Dead, ку-ку. Он двое в красном ломает через дом. Стреляет. Быстрее за скалу, стреляет там кто-то. Так, походу он опять кого-то отстреливает. Сука, какой же агрессивный молодой человек, а? Да, очень не нравится, очень. А сейчас ты его не видно. Тут два дома возвышаются, но вон тот дом... Женя, у нас гранаты есть, ребят. Давай, да. Закидаем. Ну надо хотя бы знать, какое окно-то кидать. Вот... Да похуй, в любое, блядь. Так, логично. Вот самый гениальный тактический ход. Да похуй в любой, окей. Так, вот в красном дом ломают. Так, стоп. Нет, вот в тот, в дальний дом черного пластилина. Вот этот вот его. Он черный бежит, это ты бежишь? Так, я. К дому нет, к дому не я. Это черный. Кто-то там дальше бегает. Так. Кто это? Ты пластилин? Братиш! Знать тебе, если ты пластилин, да? Куда он делся-то? Что? Что значит твой? Подожди, я не услышал, что он говорит. У него голос слишком подозрительный. Пошли, может, подойдем? Подожди. Пошли потихонечку. Как это он так пришел? Походу это его дом, походу это пластилин.
Если это он, я его первый убил. Блядь, просто расстреливаем, он в ангар зашел. Давай встретим в ангаре. Давай. Вот он, вот он. Я не знаю. Ты пластилин? Это кекс, это кекс. А, не. Тогда все, все, ничего, все нормально. Не желаешь присоединиться в нашу банду? Подожди. А, это Слейд. Мы хотим вот к этому молодому человеку в гости завидовать. А, нет, не сюда. Это не его дом. Вот его дом, правый. А, я ошибся. Пардон. А, это дом Кекса? Это он. Это Кекс по нам стрелял. И это он по... из этого дома по мне стреляли. Вот из этого, с окна. Так. И что-то... Одна ёбка века, блядь. Наебал и домой забежал. Собака. Так, что делаем? Так. Ну что, ломаем, что ли? Или подожди, или где? Где пластилин? Ну вот отсюда кричал же то, что тебе кто подходит, того я убиваю. Да, ну смотри, мы шли оттуда, да, получается? Угу. Подожди, он в красном, это кто? Я пойду посмотрю. Ты пластилин? Ты пластилин, а почему его ник не вижу? Да русский, наверное, может это пластилин? Подожди. Ёбнем? Голос, это пластилин, голос. Ты черный, да, ты черный пластилин? Ну, у него тоже русский ник, видимо, какой-то. Да, походу. Я ничего не слышу. Тебя плохо слышно. Партизан, говорит. Партизан, ладно, не трогаю. Партизан, ну ладно. Так, партизан, вступай в отряд. Слушай, Жень, так вот с этого дома нас обстреливали, да? Вот левый дом стоит, вот с него по нам стреляли. Ну, ты С4 заложи, хули. Да хули, блядь. И гренбуки. Сейчас, нахуй. Так, что тогда? 3, 2, 1. Охуели, блядь. Погнали. Ой, Слейд! Слейд, прости. Чё-то я паникую. Ну, ты не попал. Так. Со второй чё? Точно все, да? Давай, закрывай. Все, давай. Ну да, по идее. Ты стену или дверь взорвать? Дверь надо было взорвать. Стену-то точно взорвется, а дверь-то дверь, еще, ладно? Сейчас пиздели раздаст. Все, сломало. Вон он. Мочи нахуй! Все, его ёбнули уже. Да ладно! Потом гранату, может, киньте здесь, с улицы. Нет, он наверх убежал. Его не ёбнули. Давай тут заминируем. Сейчас гранату. Окна же открыто есть. Окна вон. Отойдите все! Я дурак! Так. Собака. Слушай, у меня есть еще это пластинчик еще. Давай заложим. Давайте. Ставьте у вас как раз, давайте. Да, давай. А так отходим. Бля, бежать. Собака. Еще одну надо. Две надо. Еще одну. Давай, ёп. Я надеюсь, там у него выше-то нету. Куда бежать? Да он выбрыкнет, наверное. Да может быть. Смотри, а там так, еще вот дверь, наверное, блядь. Да наверняка. Штурмуем. Так, чисто. Солдаты, еще одна дверь! Ёб твою. Блядь. Так, лутает. А вот больше нет С4. Не наделали. Так. Я сирену кину, подожди. Я куда-то кинул гранату, похуй. Не знаю. Кого наших еще убьет? Наверное. Ой, бля. Так. Ну что, ёпта. Блин, и походу ему просто дальше некуда бежать. Гранатами сломать надо много гранат. Или вот хватит. Не хватит, мы просто так. Подожди, ты черный пластилин? Подожди. Подожди, ты черный пластилин? Ты не кер, ты не надо моего друга ник воровать. Что? Блять, ни хрена не слышу. Можешь чате написать, тебя совсем не слышно. Их может быть только один. Я не верю, что ты кек. Партизан у меня ник. А, все, прости. У тебя нет С4? Тут они обстреливали нас. Да ты что? Так. Я попробую сейчас, да, может, с возвышения посмотреть, и если я повыше, попробую забраться и посмотреть. А, подожди, партизан. Они убивают всех на сервере.
Они убивают на сервере всех. Чего вы взяли-то? Ну, как бы нас положили. Поэтому мы ищем черного пластилина. Нас с этого дома обстреливали. Убили, когда я играл тоже. Кто кого убил? Но я один черный пластилин вообще в другой стороне живет. А как тебя он убил, блядь? Я убил черный пластилин, на видео видно. А как это, да? А кто нас отсюда обстреливал? Нас отсюда обстреливал. Значит, нас отсюда кекс обстрелил. Нас отсюда просто без предупреждения начали стрелять. Так, ладно. Тогда нам еще остается... Блин, да что ж такое? Так. Кекс! Значит, теперь ты там был, значит. То есть нормальные люди пришли, взорвали двери, и теперь выясняют, блядь, то, что оказывается живет в другом месте, блядь. Охуенная пачка. Ладно, пошли тогда к тем мародерам, хули. Пойдем. Ладно, чувак, извини. Извините, блядь. Мы С4 нахуячили, прости, друг. Мы просто перепутали, да с кем не бывает. Так, пойдем к другому дому. Реально, походу, перепутали. Дом перепутали. Прости, мужик. Ты с кем не бывает. Блять, ладно. Да, пойдемте, ладно. Ладно, идем туда вниз, который у воды дом стоит. Может там. Подожди, а надо спросить, ты где черный? О, Дарк. Партизан, а где черный этот пластилин живет? Где черный пластилин живет? Схуячили дом, чувак. Прости. Сука. Где живет он? Так. Где-то в горах. Где-то в горах он живет. Дарки вас поставил около дома ночью. Ой, а ты не видел, не знаешь, где он живет? Можешь показать? Нормально. Знаете, мне постоянно где выносит, где дорога через городок проходит. Дорога через городок. Ну что, разведаем? Обезопасим дорогу? Пошли. Дорога прямо через. Пойдемте обезопасим дорогу уж в конце концов. Надо людям нормально играть. Да, пойдем, покажешь как раз место. Я поражаюсь кексу, блять, расхуячили дом с 4. Он еще пишет, блять, отбил, помоги. Так, ладно, пойдем. Пойдем за партизанами, что он лагает, бедняжечка. Да, лаги жесткие. Так, все вот. Потом град, да, градка у нас идет, кто бедный, кто-то лутает. Бедняжечка. Не бойся, милый человек, лутай. Блин. Медведь, собаки. Медведь! Да, беги! Пошли. Будешь помогать. Нормально. Помер. Медведь, ёпта! Сдох. Так. А где хоть кто? Что-то я смотрю, два туда побежал. Ну, два туда мы вот за красным. Следуем вот за партизаном, он в красном, он приведет нам, где там пластилин живет. Так, пойдем. Где живет пластилин? В коробочке, блядь. Пластилин, на-на-на-на-на-на. Возле дороги, так, надо радиация здесь. Чуть нас мало, было больше. Кто говорит, что? Что-то, блядь, бегут, остановились, потом побежали. Что, блядь, сервер творится просто? Меня убили не тут, меня убили с воды. Нижний. Да, да, я знаю, но, видимо, он просто пришел туда полутать, и сейчас ведет нас, где там он типа живет, где его убивает. Вон, смотри, он там какой-то еще вон форт начинает строить. О, да. Еще пойдем посмотрим. Так, пойдем посмотрим. Чевара выбрать. Какой-то пепсикола бежит. Это нормально? Да, да, мы по пути нашли, он там что-то деревья лутал и говорит, можно с вами? Я такой, ну идем. Он такой, все, бежит за нами. Это такие лаги, я не знаю. Так, да, да, да. Я тоже был на том балу. Четверо уже в килларе, четверо. А чёрт он, нет, четверо? Так а как было? Один голенький, один в красненьком. Так. Вон, нет, это зомби. Тусят там. Лаги жестокие. Да. Мы классно, да, чуваку? Взрывай, Женя, трать четыре, блядь. Полночи их делал. Да, блядь, я всю ночь их делал, в общем, меня торопили. Быстрее. У нас больше нету, да? Нет, взрывчатки нету. Так, будем выносить хитростью. Так. Что это еще? Кишки. Так.
Серьезные парни. Ну все, у нас походу сейчас уже по идее скоро должен быть город. А вон кто в красном сбегает, вон возле дерева лутает. Кекса этого я бы просто или партизана к тому там отвел бы нас подальше, вот это блин лес. Да, да, и завалил бы. О, пошли вольнем того. Вольнем? Да. По-моему, он мирный. Хочешь, ну пойдем? Зачем его убивать? Пойдем, может... поверим ему. Да, да нет, он убегает. Ну что, мы за ним бегать-то будем? Походу, он просто убежит. Он явно не настроен враждебно. Вот голый какой-то подозрительный бегает здесь. Так. Да, он попросился с нами бегать. Так. На вдруг шпион, правда. Сейчас оденется кевлар и завалит всех. Так. Давай, закрасненьким. Какая это... Кекс показать до... О, там Кекс сейчас будет рассказывать про свой дом. О. Сурящики это было. Суров. Вот так fucker you doing, бро. Я решил их не тратить особо. Я пока тоже не хочу. Да. Лучше оставить до боя. Так, вот опять дорожка. Я надеюсь, хоть что-то будет. Слушай, мы в эту часть еще не бегали особо, да? Да, мы здесь мимо пробегали. Здесь вот где-то город. Слева. Так, смотрите, костер развели кто-то. Прямо посреди дороги. Зомби слева, зомби слева, зомби слева. Воу. Так, нормально. Так, ну что? Ну что, к городу? Ну где там тебя убивали? Вот, да. Короче, это... Так, ну давай посмотрим. Так, таблеточки у меня есть нормально? Давайте, Леня. Мне жалко Кекса. Мне жалко взрывчатки, которые мы потратили. Да, взрывчатки мне больше жалко. Ему там что, дерево накрафтил, да поставил. Что у нас гасил-то? Ну, он говорил тоже, типа, на мой дом, нам к мою, на мою территорию зашли. В мой дом пытаясь что-то ломиться и давай гасить нас. О, вон кто-то бегает, смотри, слева. Слева. А хоть кого-то убить, а то мы, блядь, бегаем и. Да, мы как дурачки, надо уже. Вон, нет, он. Ну, ты ж. Черт. Я ему немножко взад зарядил. Ну, ладно, давай, просто ему там по попе. Ну зачем? А чего? Да ладно вы, ну что, он просто гуляет. Не надо. Надо кого-нибудь с оружием хотя бы, чтобы дал отпор. Так. Так, что у нас в городе? Ну что, опасный город. Опасный город. Так. Блин, ну тут лаги, конечно. Да, я побоялся, меня сейчас опять выкинет. Большой дом, не может... Там этот кеваром стоит около большого дома впереди, вон, видите? Он убирает. Да, видели, да. Давайте обойдем. Так, пойдем. Мне стопудово снайпер какой-нибудь на крыше будет сидеть. Короче... Кто-то заходил. Вон. Сразу возьму. Я здесь раскрепляю. Так, ну это будет очень печально, конечно. Лучше как-нибудь, наверное, обойти их. Так, вот тут сейчас, смотри, ворота пытались поставить. Давай наверх, ворота. Наверх, Жень, давай наверх. Да, я тоже хотел наверх сверху посмотреть. Здесь так вот повыше. Даже если мы их ёбнем, они в домах, то есть как-то плевать, знаешь. Да, хотя бы просто так, чисто для галочки, чисто для себя. Блин, там нет. Окон у них нет. Вон он к нам бежит. Там, к нам сюда, да. Это дом Миба, народ, это дом Миба. И его клана. Дом Миба и его клана. Я что-то нихуя не понял. Я тоже не понял, кланы какие-то. Причем без... Шумно что ли? Блять, меня ёбнул кто-то. Блять, по мне тоже стреляют, да вообще как-то без звука. Они как-то стреляют без звука, что за хрень? Что, стреляем по ним, нет? Да, конечно, они просто стреляют уже в открытую. Откуда они вообще, я их не вижу? Ну, там около под дому человек стоял. Блять, вот сейчас вот попал опять по мне. Сука, ты дохуй пройдешь еще, блядь. Там еще не видно это. Где все наши? Я на скале за. Где вы? Я не вижу. Знаешь, откуда. В черном палишь там. Вон стоит же, вон. Не вижу. Где меня стоит? Меня стреляй, блядь. Сейчас да такой пиздец начнется. Так, он голый какой-то. Я ранил того. Так, надо валить его, он охренел, просто по нам всем стреляет. Ой, я там народ бежит. Не стреляйте по голенькому, не стреляйте по голому. Так, ладно. Да не стреляем, только черный, только черный. Так, окей. Так, где тот?
Может, поближе подойдем к дому, не? А, знаешь, где снайпер? Может быть... В соседнем, может быть, доме. Да, я смотрю, на крышу, но на крыше нет, а вот там вот не видно ничего. Надо поближе, тут бессмысленно стрелять, мне кажется. Ну и рядом тоже опасно, вдруг там целая армада выйдет. Вон на крыше, на крыше. Меня ранили. Так, он на крыше был. Жестоко, блядь. Как они бесшумно стреляют? Глушитель-то хотя бы слышно обычно, а здесь как вообще? Так, да черт его знает. Вон он на крыше опять. Как-то автомат, блядь, хуёвый палит. Надо просто присесть. Ну, подпрыгивай, да, чтобы нам было проще попасть. Блин, ну ты как говнюк, попал. Серьёзно, что мы патроны все потратили. Так, вон голова. Не попадешь отсюда, даже не пытайся. А я попадаю. Блин, ни хрена он. У меня попал. У меня там уже 10 хп осталось. Просто жесть. Это блин, как? Опять попал. А я выстрелов нихуя не слышу. Я тоже ничего не слышу. Просто нас убивает. Нас просто... Не знаю, не знаю. Скажите, стреляют, что не слышно выстрел вообще. Не знаю, наверное, читер. Потому что любой глушитель в игре слышит. Вот я с глушителя стреляю, слышу. Да, я слышу абсолютно хорошо. Блять, я слышу только возле травы. Да, вот он говорит, вот вон на те горы. Пошлите вон, да, сзади дома, которая бежим. Просто вот по горам обойдем сейчас и зайдем. И будет хорошо видно. Так, сейчас. У меня 19 патронов, ебать. Блин, что-то реально перестрелял. Во, кто там гасит? Ты зря так много патронов. Так. Опять ранили. Блять. Мы точно сюда бежим? Да, сейчас здесь вот подняться на гору. Я сейчас умру, у меня здоровья нет. Давай скину патроны, аптечку тебе. Давай, пожалуйста. Поделите там 4 штучки, кому надо. Вот аптечка здесь лежит, кому надо, возьмите. Блять, ну вы не попадете отсюда, ребят. Вон слева бежит, смотри. Слева бежит. Так, слева? Вон по траве, прям сюда. Голый? Ну это голый. И второй голый сюда бежит. Бля, попадете, ребят, ну патроны просто потратите. Да. Мы их стреляем, алло. Так. Ой, братик, о, брей! Так, потухнут, у нас перестрелки, никаких брей. Лол. Не, тут дальность маленькая. Дальность маленькая, нужно поближе. Так, ребят, не стреляйте, вы попадаете по нему? Нужно поближе подойти, отсюда не попадаешь вообще. У меня ямка не достает, она не такая дальнобойная. Давай поближе, вон вот его вижу. Я вообще застрял, так, сейчас. Не, мне кажется, мы не попадаем, все, это никак, я ни разу не могу попасть. Не, хрен его знает. А я не знаю. Секула, блядь, тут столько людей ебать. Так, идем по второму, идем, обойдем просто. Пойдем. Давайте вы потом будете выяснять. Так, ладно. Там такая рука. Кто меня убил? Подождал, то стреляю. Кто меня убил? Вот еще один дом. Так, ладно, да, вижу. Но он, походу, пуст. Я не знаю. Так. Ой, ресерч кит нашел. Ну это нам не сильно сейчас поможет, конечно. Зомби постреляю, блядь. Ну да, хоть зомби. Не знаю, так. Так, это ты побежал к Игваре туда, да? Да, это я здесь. Ну я не знаю, хоть животных поубивать тогда, раз людей не получается. Вон, смотри, там ангары какие-то, может пошли туда? Ангары? Ну пойдем. Сюда. Я думаю, один раз кто-то попал в него случайно. Так. Я в него попал там один раз или два раза. Блин, хоть хрюшку убить. Блин, хоть хрюшку убить, в натуре. А то бегаем просто так, набрали толпу и никого убить не можем. Ну, хули читеры. Так. Слушай, а может звуков выстрелов просто не слышно, а глушитель рядом слышен? Например, там в радиусе там 10 метров. Но если бы был глушитель, он бы по нам вообще не попадал. Глушитель уменьшает дальность стрельбы, а он попадал.
Глушитель, насколько я знаю, уменьшает урон. Да, вот так вот обычно было. Да, нет, урон-то, понятное дело, он уменьшает, потому что уменьшается скорость вылета пули. А, нет, нет, глушитель наоборот, он увеличивает кучность стрельбы. Он увеличивает кучность. А, и уменьшает урон. Отдачу уменьшает тоже, да. Так, значит, отдачу не знаю, но то, что урон уменьшает, это да. Уже все обутано, блядь. Здесь вообще все переделано вообще. Да. Так, ладно, ходись на дороге кто-нибудь. Эй! Кто-нибудь! Да, мы как безумный Макс. Зачем интересно выкинули слеповушку? Флеер этот. Да черт его знает. Может, типа надеялись на аирдроп? Так. Для аирдропа там специальное надо. А, ну черт его знает. Мы домой вернули, что ли, нет? А, нет, это наш старый дом. Это мы вообще бежим в обратную сторону. Так, опять тот флайер выкинул. Так. Ну пошли к этим, к Даркам тогда в гости. Дарк, ну пойдем, ты знаешь, где они живут? Да. Давай, иди. На это надо домой вернуться. Ох, завод, ты что? Ох, ты жесть тогда. Так, ладно. Это ты впереди там, да. Планеты всей. Давай. Перегруппируемся тут все. Чтобы все зависли. Так, все. Невозможно, просто стоял на месте и через секунду все улетел. Ну. Так, жизнь какая-то. Свинья прям на дороге смотрит. Хрюшка, мочи. А вон там смотри. А, нет, это деревья. Давай хоть свинку убей. А помнишь этот дом, Женя, который мы с тобой тут видели? Да. Жизнь. Собака. Так. Кстати, мы почти к ним пришли в гости. Да ну, ладно, что, это же наш завод. Мы кругаля сделали? Да. Стоп, да не может быть. Да? Че, не узнаешь родные эти? Родные пенаты? Да, кстати. Да? Ни хрена, мы всю карту обошли. Ни хренашечки. Воу, какой хедшот. Так. А дома, я так понял, ничего уже не осталось, смотри. Да, его весь взорвали. По-моему, реально читеры. Здесь на сервере уже... По-моему, здесь уже читеры развелись, потому что сколько вот, уже домов повстречали, смотри, все взорвано. По-моему, нет, не тут. Нет, они где-то возле воды, где-то зомби согрелся. Зомби за кем-то бежит. Так. Я слышу, как вы гандоните. Да, зомби. Да хоть по зомби пострелять, то веселее. Ну, не говори. Так. Да, вот фундамент, помнишь, мы пробегали? Угу. Фундамент. Значит, там где-то возле воды. Да. Это ориентирчик такой. Значит, надо туда внутрь, в воду идти. Так, мы идем. Где? Здесь пройдем? Так, пойдем, да. И там где-то... Значит, там где-то, может быть, живет тот самый пластилин, который всех убивает. Который ну, возле воды. Меня убили с этой стороны. Так. Когда мы там первый раз бегали... Ну да, я помню, откуда он. Надо по нам тогда, значит, стрелять. Так. Блин, так тут стреляешь? Сколько вот он? Кто-то гаснет. Причем сзади, там тут в красном был еще за камнем. Вот там вот. Это что-то не вижу никого вообще. Он говорит, что его мид убил. О, пусть и дестройер, смотри. Так, ну да, пусть и дестройер у нас уже был. Вот, это домина, смотри, раз. Значит, они там надо пониже. Да, я помню, возле воды, после этой домины мы его нашли. Вон сзади в кевларе кто-то, сзади в кевларе. Где сзади в кевларе? Где? Стреляет, слышу. Гасите. Стреляет. Это бесшумно стреляет, бесшумно. Нет, он с глушителя стрелял. Да, тут они бесшумные опять. Приманка пошла. Он говорит, пацаны, я приманка. Беги. Так, он за скалу ушел. Так, пошли, я пойдем здесь слева, блин. Так. Так. Что-то не видно там. Что-то. Да. Вот гандонит. По нему конкретно. А вижу. Блять. Видишь? Блять. Блять. Так, вы только не стреляйте, я здесь в лесу. Так, он где-то там, смотри, возле ангара, по-моему. Так, я здесь возле деревьев торчу. Так, возле ангара. Пардон, если попал.
Так. Хуяся. Куда он уделся? Слева. Блин, не вижу. Слышу выстрел, а где? Да, я тоже слышу. Не вижу вообще. На скале, что ли? Мы хотели... Блин, там целая очередь идет уже. Да, вот он откуда... С дороги стреляет, по-моему. С стороны дороги. Кто здесь со мной рядом? Да мы тут... Бля, это зомби. Ой, я где-то рядом, смотри, возле воды. Это я стрелял возле воды. Это ты гасил? Это я по зомби. А, бля, что мы к тебе? Не-не-не, там тут стреляет страны. Вон на горе, на горе. На горе это я, на горе я, не стреляй. Свои. Там кто-то со стороны дороги лупит. Да, это он, я его ранил два раза. Да что ж ты будешь делать? Это он за нами от своего дома бежал, он вообще больной? Или реально читер? Не, они стопудово читеры, но кто-то здесь шумно стреляет, ни одно оружие так не стреляет в живой игре. Вон, по-моему, на дороге кто-то был, не, или глючит. Нет, слушатели слышно в этой игре в любом случае. Ну давай, ребят, я за вами, если что. Веди да. Наш, ты там все видишь. Ты не вижу никого красить, я, ну, я что, бегу, ориентируюсь на звук. И смотрю, тут кого-то кто-то гасит. Так, ну черт его знает, вот впереди где-то стреляет. Но вообще не видно. Вон, да, впереди. Непонятно, где кто. Мне кажется, нас заманивает куда-то. Да, может, ну его в бане. А вон он впереди, вон возле дороги, слева, за деревом. Прям возле дороги побежал налево на скалы. Ты уверен, что надо идти туда? Да, вон. Нет, я говорю, что я его увидел. Вон, вижу, я его тоже вижу. Нихуя. Блять, зомби. Экономьте, ребята, экономьте. Нет, дальше не. Все, он убежал. Но он слишком далеко убежал, но его в бане. Хуя, там атака, блин. Нормально. Да, наверное, он манит себе к домой, и, чтобы мы там нас завалить просто. Пойдемте, ладно, куда мы шли. Ну пошли, мы же хотели к. Да. Так, мы отклонились от пути наш. Опять же, можно по дороге, короче, ладно, хер. Нас легко, нас слишком легко тут завлечь. Просто достаточно по нам пострелять. Да, и мы уже готовы. Вот нам кто-то впереди еще бегает. Свои, все нормально. Все нормально. Так, пойдемте. Так, ну что, найдем? Я не знаю, хотите, можем к дому туда этих дарков, а можем по дороге вниз просто побегать. Последний бой, надо что-то крупненькое сделать. Может, вернемся к Ексу еще, посмотрим там, как он, что там. У меня два патрона, какое крупненькое, блядь, все расстреляли нас. Надо было побольше все-таки взять. Надо боеприпасы пополнить, у нас по нулям практически. Можно сделать. Так. Может, они поделятся? Да не, у нас же есть дома, надо просто прийти забрать. Так, что, идете? Да. Что-то да. Мы всех растеряли. Все растеряли. Реально, только вчетвером бегаем. Да, все потерялись, зато ушли. Куда Слейд подевался? Да чего ты знаешь, куда все подевались? Все исчезли. Они ушли в сторону ту и все. Ну, это их право. Так, ладно. Блин, реально кино напоминает, знаешь, какой-то разделились, так, одни туда пошли. На, и сейчас тех жрут зомби. Так. Киюшки. Ладно. Сейчас домой пойдем, затаримся, наверное. Блин, нам это самое, мы зря потратили C4. Ну, кто ж знал? Если бы мы знали. Так, зам. Блять. Да я по тебе попал, да? Да. Много забрал? Один выстрел. Ну, там чуть меньше половины. Нихерово, так три выстрела эти труп. То есть, да, много снимает. Поэтому нужно быть аккуратнее. Все, мы на ратной поляне, смотри.
Блин, даже какие-то разлипи надо, серьезно. У нас были гости в горах, помнишь? Так, да-да-да, помню. Но они куда-то подевались. Видимо, они теперь гости у воды. Помнишь, кто-то? Или это костер, либо кто-то вон там, возле дома лежит. А, вижу костер. Но это в доме он горит. Там, так. По-моему, Макс живет, да? А который вот, смотри, бегают, смотри. Вижу. Скиллары! Кекс там, наверное. Охуеть, блядь. Вы думаете, что они вас не стреляли? По-моему, у нас стреляли. Смотрите, они бегут за тем, сейчас, наверное, завалим того. А мы услышим сейчас. Мышь, да, я думаю, нас надули в самом начале еще. Да объебали как детей, это понятно. Да. Объебали как детей, это понятно было. Так. Ну надо домой сбегать, домой припасов взять. Пойдем. Блять. Ребята, внизу кто-то? Это я внизу. Смотрю, палец стоит, блять. Я внизу. Так я себе, так, я чуть кость себе сломал, походу. Как можно это вылечить? Не, надо подождать. Да, я ноги сломал. Пацаны, донесите, на руках. Так. Вон он без одежды пусть несет, ему легче. Окей. Так. Да твой. Так, помоги. А, ты еще не это, я? Да нет, я еще с ногами. Сейчас придешь в себя, не переживай. Там, по-моему, 30 секунд. Ноги мои, ноги. Еще вижу, человек бегает, лутает дома эти маленькие. О, все, спасибо, поднял. Моральная помощь. Да. Ладно, хоть не аморальная. Ладно, пойдем. А, подожди, а не здесь ли не? Вон кто-то бегает. Ну вот этот чувачок, да. Да, не здесь ли этот дом был? Какой? Вон он кто-то вдалеке. Так, а, нет, он был дальше, возле воды, который. Ладно, пойдем. Че, надо припасов точно взять. Ребята, на нас кто-то бежит. А вон справа, смотри. Блять, кто-то стреляет. Блин. Волк, да все, аккуратней. Кто там стоит, идем посмотрим. А я не знаю, какой-то чувак. Это кто? Крейзи. А, Крейзи Томато. Здорово, брейк не сказал, что-то не расслышал. Не, что мой друг, не стреляйте. Так. А вон тут еще бегает голышок. Хуеть, идем домой, там знаешь, сколько людей уже вдали дома? Да, идем. Ребят, готовьтесь, на нашей поляне могут быть враги. Да, а может быть и друзья, кто знает. Да, ты черный сливаешься, понимаешь? Тебя плохо видно. Так, ну хорошо. Это очень хорошо. На фоне бликов ты, конечно. Расстрелять почти 80 патронов в задницу, понимаешь? Сколько ты? А что ты так мало-то взял? Надо было больше брать. А зачем мне больше? Патронов 200. Зачем? Надо аккуратно стрелять. Я думаю, вдруг получится неаккуратно, или будет много народу. Наш дом ломают. Надо думать про запас. Ломают. Наш дом ломают. Ну, башточки. Наш дом ломают. Еще отсюда не видно. Да, плейс в чате только что написал. Еще даже не вижу. Так, не увидел. Пиздец. Сообщение уже пропало просто. Так. Подмога бежит домой. Нужно охранять, нужно защищать свой дом. Это не наш дом, наш дальше, походу. Ну я знаю, на что наш дальше. Так, с этим-то все нормально, походу. Так. Что-то я не вижу, чтобы кто-то ломал. Не выстрелил. Я вообще-то никого не вижу. Не знаю, может, дезинформация. Мне нравится дом наш. Все нормально, так. Все хорошо, так. Подожди, ребята, запусти Бакеларова, а это закрывай. Так. Все. А че, он там? Нормально. Так. Че, открылось все. Я здесь подожду. Окей. Так. Ну, в принципе, все нормально. Ладно. Так, давай, если, наверное, закончим эту серию. Да, давай эту серию тут закончим, но на этом, я думаю, мы не закончим еще играть. Да, на этом мы еще сейчас не закончим. Соберемся и продолжим дальше. Такой мирный был рейд. Нас C4 ломали, блин. У нас C4 ломали. Что, дальше узнаете в следующем. Всем пока.